Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня к нам в магазин поступила новинка. Это мини-трактор «Беларусь» 132N-01. Производство Смаргонского агрегатного завода «Белоруссия». Давайте разберемся, чем отличается старая модель 132N и новая модель 132N-01. Многие пользователи мини-тракторов 132N МТЗ «Беларусь» часто жаловались на низкий клиренс, что при работе с навесным оборудованием, такие как окучник, плуг, трактор садился на пузо. Вот. Завод, я думаю, это учел и начал комплектовать штатно уже колесами большего радиуса. Размером от протектора до протектора 63 сантиметра. На старой модели покажем, что протектор был 53 сантиметра, то есть на 10 сантиметров увеличился клиренс. И я думаю, уже проблем не возникнет. Также отмечу, что пользователи мини-тракторов 132N жаловались на тяжелое управление рулевой колонкой, то есть при повороте нужно было прилагать усилия, двумя руками поворачивая. Можем поворачивать одной рукой, то есть сами понимаете, что такое гидроусилитель, как на автомобиле. Ну, конструктивно дизайн и конструкция трактора осталась также, органы, все органы управления, все то же самое. То есть из модернизации это большие колеса и гидроусилитель руля. Все трактора представлены на нашем сайте. Цены также указаны, и все навесное оборудование также подходит от старой модели. Все устанавливается к новой без проблем. Спасибо за внимание. Ждем в нашем магазине. Будем рады видеть вас в лице наших покупателей. До свидания.